Всем привет! Сегодня вот уже 8 утра, уже и мы опоздали. 9. Лично наша компания опоздала на 20 минут до нас света. Да. Всем привет. Вы готовы? Не очень. Я стесняюсь. Не надо стесняться. Настя! Что? Ну, вы делись чем-нибудь. Мне кажется, что сегодня будет приятный трип. Грустники полетим. Полетим грустники? Не грустники. Сегодня в эфире Алексей Чонг, Екатерина Абоева, Диана, Маша. И еще мы сегодня познакомимся с новыми людьми. Персонажами. Вот и вот. Сейчас находимся в Луково 1. Прикольно это. Вывеска. Покажи вывеску всем, чтобы видели. Сфоткай меня с вывеской. Давай. И с Петром тоже. Вот так. Спасибо. Я не знаю, что я сделала, но ладно. Тогда мы, по-моему, тоже... Что у тебя написано на рюкзаке? Это путь вверх. This way up. Да. Мы хотели шайков взять. Она еще не вышла? Вот они, герои. Вот они. Еще один. Уже в Казани. Едем уже вот сейчас. В аэропорт. Девочка, меня зарегистрируйте, пожалуйста. Сегодня у нас первый день. Мы идем на первую тренировку. И как дела? Нормально, пока. Пока, да. Пока не дошли до зала. Хорошо все? Короче. Я кружку разбила, прикинь. Второй зал? Да. Ну что, сейчас новый подарок мы выучим. Нет, голубое небо и мельчона. Настю! В общем, прошел первый этот день опробования. Все вроде нормально попробовались. Сейчас мы делаем прокачку, растяжку. Письмо в будущее. Мы должны сделать все. Здравствуйте, господа. Екатерина, вы сегодня все сделали? Не очень. Что не получилось сегодня? У меня сегодня не получились брусья. Комбинацию хоть одну сделали? А с падением хотя бы сделали? Я сделала комбинацию без падения, но у меня не зашел соску. Объясните для наших зрителей, что такое не зашел. Куда не зашел? Подождите. Ну просто я делала, осталось зайти на Келлера, у меня получалась только санжировка. А соскок тут при чем? Подождите. Потому что у меня соскок с Келлера. Знаешь что? Хватит, соскок у меня с Келлера, а получалась санжировка. А, вот в чем беда. Даня, привет. 539. 40. Еще я хочу сказать. А, еще спину. Знаешь? Да, я снимаю. Данек, удачи, ты все сделаешь сегодня. Да сначала сегодня не надо. Я хотела сказать, что завтра мы выступаем с бревна. Бревно – это третий вид. Это вот это. Многоборье. Это бревно. 10 сантиметров. Длина 5 метров. 10. Я хочу сказать то, что сегодня на бревне у меня не получилась моя сложная связка. Вообще ни разу? С плюс С. Один раз я просто там... Моя попа была выше головы. По приземлению. Простите, это как? Наши зрители не понимают. Ух ты! Вот так. Я продемонстрирую это на снаряде. Я делаю, знаете, такая разножку. Я еще что-нибудь? Беру ногу. И дальше вот. Давай, Маша. Стой, Кать, покачай меня. Я тебя не буду держать, пока ты меня не поддержишь. Не надо только снимать мою попу. Еще снимать, знаете, что я делаю? Какой большой зал. Там вот поменьше. Да. Я взяла локотушечка, Борис, я с тобой пипила и локотушечку. Я думала. Лиля пошла. Куда ты пошла? Куда меня подумать? Давай. Маленькая.
бронзовым призером. А мы приветствуем участников соревнований. Да, мы уходим. Соревнования принимает участие команда города Москва. Питер! Девочки! Приветствуем спортсменов города Санкт-Петербург. Уважаемые зрители, болельщики, громче аплодисменты нашего уважаемого команда. Приветствуем команда Центрального федерального округа. Центрального федерального собрания Российской Федерации Марат Мансурович Мариев. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заслуженный тренер победителей и призеров чемпионата России по спортивной гимнастике в командном первенстве среди женщин. Фотография на память с нашими почетными гостями. А мы поздравляем победителей и призеров соревнований и еще раз поддержим их дружными громкими аплодисментами. Питер! Спасибо большое, мы были нашим почетным гостям, провожаем спортсменов. Дорогие друзья, а вас приветствуют студенты Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Закончилось командное первенство. Что скажете, вообще эмоции, как выступила команда? Хорошо. Команда выступила хорошо, кроме меня. Нормально, 6 падений затащили. 6 падений, ну слушайте, 6 нормально. Человек, 6 падений. 4 балла проверяют первое место, ну что, в среднем, каждый. Сегодня девочки просто молодцы. Несмотря на то, что Варя сначала начала выгобениваться, ну потом все было замечательно, просто замечательно. Заходите на мою официальную группу «На пиво Татьяна» и ставьте лайки. Так, тихо-тихо. Мы вчера... Выше. Видите, какой симпатичный мальчик сидит. Он сказал, что у него сегодня день рождения, и ему 21 год, но ему не... А, не зря, да. Вот мы вчера весь вечер сушились. Вот такие розы подарили нам. А мне сбагрили просто розы. Заходите на почаще в трансляции на Биевой Татьяны, а в инстаграме Татуля НК Татулянка 18. 3, 2, 1, дубль. Я вырубила и включила. Я поняла. Ты помнишь, что ты говорила в номере? Да. Видишь? Тонешь? Надежда, ты всегда выигрываешь. Я потеряла, я Елена. Смотрите, я аккредитацию потеряла. О, папа. Я потеряла. Гостиницу. Все, идем. Она болтает. Она болтает.